Лето на курорте обычно бывает жарким, поэтому городские службы ежедневно поливают растения во всех общественных местах – скверах, парках и вдоль набережных. Однако ухаживать за кустами и цветами во дворах – это задача жителей и управляющих компаний. Цель акции «Поливаем вместе» – привлечь внимание сочинцев к уходу за зеленым нарядом курорта. Мы совместно думали, как бы все-таки мотивировать людей, чтобы они присматривали за своими придомовыми территориями. И пришла мысль просто купить леек много и раздать людям, чтобы они по вечерам имели возможность дома налили водички, вышли и полили свои огородики, свои цветочки, свои кустарники. Потому что жара, вы знаете, очень в этом году такая жаркая, и это было бы большой плюс для города, потому что в эту жару чем больше водички, тем красивее все разрастается, тем красивее становится наш микрорайон. Сквер на Пластунской был открыт еще в ноябре, но новую зону отдыха обустроили в рамках программы благоустройства. Так появилась многофункциональная площадка с детской игровой зоной и местом для спортивных занятий. Сейчас это любимый уголок отдыха для детей и взрослых. В рамках акции «Поливаем Сочи вместе» жителям микрорайона КСМ раздали 200 леек. При этом организаторы учли интересы самых маленьких участников. Поливаем, все, поливаем. Давай, вот так поливаем. Больше водички. Поддержать жителей КСМ прибыл и глава города. Анатолий Пахомов принял участие в акции и отметил, насколько она важна для всего Большого Сочи. Этой акцией показываем. Одно дело построить скверы и парки. Как вы знаете, ровно год назад мы построили здесь, в поселке КСМ, этот сквер. Но другое дело – это содержать этот сквер. И, конечно, мы хотели бы, чтобы в том числе содержали эти скверы и наши жители. И хорошо, что детки вот сегодня прочувствовали, наверное, что они хозяева своего микрорайона. Что и мы подарили теперь вот эти, значит, леечки, чтобы они потом что делали? Поливали. По замыслу организаторов, подаренные лейки будут служить взрослым и детям напоминанием о том, что цветы во дворах нуждаются в постоянном уходе. Самим же сочинцам такая акция пришлась по душе. Вообще акция важна, да. Молодцы, что сделали. Это очень важно и нужно. И для детей, и для взрослых. В целом, за последние 6 лет в Сочи сформированы и поставлены на кадастровый учет почти 300 зеленых зон площадью около 100 гектаров. Продолжается работа по благоустройству общественных и дворовых территорий в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». В прошлом году в ее рамках было благоустроено 10 скверов, в нынешнем еще 4 в каждом районе города. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.